бабочка вляпалась в окошко. Это лежачий полицейский был? Нет, это я была. Друзья, всем привет! Пока вы смотрите, как мы собираем палатки со скоростью 200 км в час, хотел вам выплакаться, потому что я нечаянно удалил исходники видосов. Очень много интересного наснимал. Снимали, где мы с Аленкой ныряли, снимал закаты и рассветы, снимали красивейший пляж Поповки, песчаные, пологие пляжи. Потом мы пошли гулять с ребятами, с Даринкой и Саней, сам поселок Поповка. Зашли мы на The City, снимал для вас стоимость абонемента. Саня рассказывал, как они с Даринкой приезжали на бывший Казантип, как они женились, рассказывал, как называются помещения на Z-фестивале. Короче, там обалденная была экскурсия, офигенное интервью. И, к сожалению, я нечаянно поудалял. Сначала я все скидывал на MacBook, а потом уже скидывал на съемный носитель. Кое-какие видосы, где мы общались на пляже, где мы общались в нашем лагере. Очень неприятно для меня. Ужасно хотел вам показать, как мы отдохнули. Думаю, вы у ребят на канале посмотрите «Отдых дикарями». И, кстати, еще, друзья, я снял, как на море ходить в туалет без всяких этих неудобств, а ходить на море в туалет с удобствами и принимать душ. Ладно, давайте уже смотрите то, что есть. Извиняйте, что так получилось. Исходники удалены, и их уже назад не вернуть. У нас во все идут приготовления. Аленушка готовит. Да. Сегодня мы будем делать макароны с вот такой вот говядиной. С говядиной. Тебя не видно, кстати. Пойду дальше показывать. Так, Дарина и Саша готовят. Готовятся к закату. Есть штопор? Нет. А, есть. Пока мы тут ищем. У нас, у меня жена по штопору. Закат закончится. Так он уже почти закончился. Друзья, какой закат красивый. Он в машине. Сейчас мне штопор. У меня хрустальный бокал для заката. Где мой штопор? Давай, давай камеру, я вас поснимаю. Камеру, если бы я ее еще нашла. Что, я не могу найти ни вилки, ни куда-то ей. Давайте быстрее. Всей семьей сейчас будете этот встречать закат. Все, идите, снимайте закат. Пойдем с нами. А я сейчас что? Давай я поснимаю вас. А, вы... он пошел что порассказать. На стаканы муль. Идем снимать закат. Славик там. С друзьями. В одном лагере. А мы сейчас в другом лагере, чтобы не было никому обидно, ходим с одного лагеря в другой. Дети занимаются копкой ямки для костра. Собственно, вот так мы расположились. Решили оттуда переехать сюда. Много мух, да, дети? Да, мы всех перебили почти. Да. Пап, где моя? На море? Нет, сегодня уже нет. Нашли он кое-какие дрова сухие, ветки там всякие. И вот он, закат, друзья. Вот сколько у нас детей. Детский садик.
Вова и Андрей, да, помощники, вот пришли с того лагеря к нам. Богдан, Тимоха, Ленька. Прям все такие богатыри, будущие, вот, походники. Вот. Ну, очень хорошо, конечно, отдыхается. У нас сегодня первый день. Замечательно, конечно. Очень хорошая компания. Мы сейчас разожжем костерчик, когда уже потемнеет. Вот, Саня. Отряд помощников, как муравьи. Раз, 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 и все готово, да? Только что-то маленькую ямочку вы, ребята, сделали. Все. Санек, представься, какой у вас канал? Канал «По Крыму с Дариной». Всем привет. Желаю вам отдыхать так же, как мы. Вот так вот. Вот так, друзья. Отдыхается замечательно. С детьми, свежий воздух, не нужны вот эти вот гостиницы. Гигиена — враг туриста. Да-да-да, я совершенно согласен. Вот 100%, 120%. Так, ну что, ребята, вам костер уже надо расшить? Давай я быстренько раскопаю, потому что надо костер уже разжигать. Эбана. Так, аккуратно в глаза сейчас попаду. Эч. Нашел клад? Нет, там говно. Говно. Там говно. Так, надо прямоугольник. Саша? Да. Да ладно, вино скисло. Оно не так жарюки в машине. Хочешь вина, Саш? Друзья, вот скисло вино, и на этой печальной ноте мы заканчиваем. Ванечка с канала «По Крыму с позитивом». А то мы когда приехали, Ванечка был в отъезде. Да, Ванечка? Да, ты, я думал, у тебя камера на тебя перевел. Привет, друзья, всем привет, привет. Вот, хочу передать вам всем привет и сказать, что вы подписаны, ребят, на самый лучший канал, на самых классных блогеров. Да, это про вас. Да, не перестань. Много нас хороших, главное, что мы все крымчане. Вы же в Крыму родились? Да, да. У вас прямо это солнце покалывает. Аленка с Алушты, я с Джанкоя. Ну вот, истинные, реальные крымчане. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, страна. Ну как вам ночка? Немножко шикарно было. Спали хорошо? Вообще. Ну, конечно. Вчера не спали ни хрена, сегодня выспались. Да. Хотя я думал, наоборот, Богданчик обгорел, кричал, ну, плакал всю ночь. Я думал, наоборот, там спать не даст. Так первую ночь непривычно. Доброе утро. Доброе утро. Там моего нет. Есть. С нами. Чего ты молчишь? Вот так и ходим с одного лагеря живой. Да. Дети наши есть? Есть. Друзья, в общем, утро началось. А ты, папа, куда? Да уже, наверное, заканчивается, да? Да нет, очень раннее утро. А у тебя кипяточек есть здесь? А я не знаю. Глянь там. У нас вода есть, залить кипяток? У нас вода кончилась. Морочка. Сразу играться, Тоня. Проснулась. Ты будешь лежать? Все жарит сейчас. Да. Потому что Тимоха говорит, я не буду. Да захотят потом. Захотят. Ну, просто я могу потом их пожарить. Сейчас они не будут. Да нет, жарить, я говорю, сейчас. Сейчас. Тимошечка, покушаем. Нет, так мы ее вкусно сделаем. Не хочешь? Ну, плов будет еще. Хочешь плов? Друзья, приобрели себе вот посуду. Это посуда от Венчер, это чайничек фирмы Трамп. Слушайте, ну прям классный, очень понравилось. Это... Ну, объем литра, получается, литр. Да, здесь получается, друзья, здесь чайничек маленький, но объем в литрах, это... он вмещает в себя 1 литр воды. И визуально вроде кажется, что он маленький, а когда всем разливаешь по кружкам, ну прям нормально, всем хватает.
Люди все только просыпаются, кто-то расчесывается, кто-то уже костерчик разжег. А мы сейчас будем стараться больше готовить на баллонах. Что-то уже костры поднадоедают. Ну, разве что, может, по ходах. Ну, и либо вот будем свободно брать дровишки, мяско, там, шашлычки сделать. Ну, в основном на газовой горелочке. Фирма Чингисхан. Ну, какой-то он мне не нравится. Да, сейчас газ такой. Зеленый мы взяли. Чингисхан не очень, друзья. Ненадолго какой-то, а этот... Да, он, там, он как грязный, да? Да. Вот там забивается. Какой-то никакой. Забыла, что хотела. Наша встреча проходит к концу. Наш отдых тоже. Да-да-да. Но мы скоро встретимся снова, потому что след блогеров не за горами. Все, друзья, вот заканчиваем наш отдых трехдневный, да, вот у нас три дня мы отдыхали. А ты теперь вот так проворачиваешься. Да, и... Ты называешь это отдыхом, да? Да, я отдохнул. А вкусили, считаем, да, палаточную жизнь? А мы кайфанули. Мы кайфанули. Кайфанули. А чем удивите вы? Прекрасный отдых. Ну что, становимся? Дикий отдых рулит! Вообще классно было получиться, так если бы мы сейчас фоткались, все голые были. Вот это было. Да, 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 да. Это без нас, так это без нас. Можно было предложить, да? Все, друзья, кто не подписан на канал «По Крыму с позитивом», на канал с Дариной «По Крыму» и «По Крыму, Крым глазами местных», подписывайтесь, заходите по ссылке, будет вам счастье. Все, друзья, всем пока-пока. Путешествуйте вместе с нами. Давайте, встаньте в ряд. Ну, прям, компашка у нас была, прям огонь. Пока-пока, друзья. Крым! Только на раз, два, три, если можно. Ну, давайте. 3, 2, 1. По группам. Пока, ребят! С вами отдыхать одно удовольствие. Очень-очень понравилось. Очень понравилось. Кайфанули кайфово. Класс. Мне в палатку внесла. Надо почаще повторять. Все, пока. Леня, он уже расстроился, что мы все разъезжаемся. Уже слезы.